Это Алена. Она заменяет семечками перекусы на работе. Это Вова. Семечки избавляют его от вредной привычки. А это я. Покупаю семечки, потому что хочу новый телефон. Вы спросите, где здесь логика? Знакомьтесь, это Ольга. Она выиграла iPhone, купив пачку семечек. Ну, это было вообще очень неожиданно. Мы заехали в магазин, и я увидела пачку семечек. Ну, купила ее, приехала домой, и эта пачка лежала, наверное, ну, где-то с неделю. И вот, одним прекрасным вечером, посмотрела телевизор, достала пачку семечек и неожиданно обнаружила там вот такой жетон. Сначала я не поверила, просто позвонила, и мне сказали, да, вы стали счастливым обладателем нового iPhone. Покупая семечки Карпайский, вы можете выиграть призы. iPhone, гироскутер и денежный приз до 10 тысяч рублей. Если вы в пачке увидели жетон, значит, наш приз скоро будет у вас. Все, что вам нужно сделать, это спрашивать семечки Карпайский на прилавках города Читы и края. Семечки Карпайский, семечки сгрыз, выиграл приз. Пока не нашли призы в семечках, Мария Тачкина, Владимир Дементьев, Николай Шумков, ЗапТВ.